Приветствую вас, дорогие зрители, у микрофона Григорий. Продолжаем играть в игру Seven Days to Die на сложности Insane с бегущими феральными зомби. И мы продолжаем выживать на карте NVSGAN. Альфа 15.1 у нас. В ожидании 16 альфа. Вот, но пока, в общем, 15, и мы продолжаем обустраивать вот это вот убежище новое мое, которое я задумал рядом с торговцем в этой местности. Пока вроде все, даже ничего так идет. Так, выравниваю тут немножко поверхность, чтобы можно было как-то более адекватно по ней перемещаться, а то одни бугры. Хотя я заметил, что на буграх даже неплохо с зомби сражаться получается. Может быть, и не стоило ее прям так уж выравнивать. Хотя и выровнять ее здесь проблематично, как оказывается. Она постоянно теряешься насчет того, где ровно, ну, в смысле, где надо выбирать, где не надо выбирать землю. Немножко она неравномерно так распределена. Структура. А, тут даже у меня получается уже лишний бугорчик раскопал слишком много. Еще земля нужна мне для того, чтобы, конечно же, заполнить те пустоты, которые у меня наверху там все еще остались. Вот, я решил снизу отсюда ее взять. Теоретически можно было ее взять прямо от основания моей крепости. Но это не крепость, а скорее всего будет такой дом-гнездо на скале. Так. Да, немножко тут ям, конечно, ямок всяких там оказалось, но что делать? У нас, кстати, друзья, 3 часа уже. Еще как-то время быстро пролетает. Последнее, я заметил, последние события, прям время что-то так летит в этой игре нашей. И прям даже удивляет меня порой. Так. Ну, вот так вот я просто сниму вот этот слой частично земли, чтобы можно было. О, кстати, ну и поровней тут, да? Все поровней. О. Неплохо. Ух ты, нашел гнездо даже. Лопат, конечно, что-то расходуется так быстро. Надо подумать все-таки о создании, наверное, инструментов полного класса уже, полного скилла. Да, вот тут я хочу проложить до торговца как минимум лестницу, потому что ходить здесь становится все тяжелее и тяжелее по этим буграм. Без этого видно никуда. Да и вообще почаще к торговцу надо наведываться, я думаю. Так. Хейбейл у нас есть. Да, все, здесь я уже в безопасности, теоретически. Так, продолжим создавать тогда вот это. Опять здесь у нас какая-то... Вот, видите, приходится выравнивать вот таким образом. Уберу я все-таки гамму теперь. Надеюсь, что с гаммой вам действительно лучше видно все. Вот, и продолжу, наверное, выкладывать землю. Землю... сюда. Так, далее я возьму ребары, арматура. Это у нас
классическая арматура. Ну что ж, и это говорит о том, что периметр... Подождите, здесь тоже что ли что-то? Периметр у нас готов. Что бы я бы еще бы здесь сделал? На самом деле я бы хотел сделать следующее. Я думаю так, что... Нужно укрепить конструкцию поперек, то есть как, так же, как укрепляет обычные здания. Для этого мне тоже понадобится приличное количество ребаров. Так, и вообще-то я бы хотел измерить для начала, что мы вообще тут имеем, потому что, кстати, подождите, а мне уже, наверное, земля-то... А, нет, земля мне еще нужна. Подождите, еще не все доделал. О, оказывается, у меня тут полно всего. Ну вот, рассвет наступил, и можно только за меня порадоваться, что я пережил очередную ночь. Конечно, прибегали, но чуть-чуть. Так, чуть-чуть, я себя чувствую очень комфортно. Лучше, чем под землей-то, 100%. Лучше на земле. Человек, понимаете, человек не гном. Если бы он был бы гномом, да, он бы лучше себя в бункере бы чувствовал, подземном. Вот. И вообще, конечно... Ой, еще один. Странно. А, у меня тут вот. Все, 122. Ладно, тогда я займусь пока чем-нибудь другим, пока они не накопятся. С едой у нас все в порядке. С едой в порядке. Давайте займемся измерением. Так, ну что, откуда эти пупыри берутся? Я такое впечатление, что я их убираю, а они опять появляются. Так. Траву надо убрать тут. Нет, трава, конечно, мешает немножко. Да. Фу, измерением. Что если я буду, например... Так, у нас широкая вот эта часть, узкая вот эта. Давайте попробуем сделать что? Ну, допустим, у нас блоки держатся 5, да? Что если мы сделаем 4? Раз, так, 2, 3, 4. Через каждые 4. Ну, просто чтобы был запас какой-то. 5 это предел, а 4 это нормально как бы. Так, 4. Это я намечаю конструкцию, которая... Да. Так, у меня все 3, да, между ними получается. Да, 3, 3, 3. Все правильно. Это будет каркас жесткости. Кстати, удачно тут у меня попало. 3. Так, 3. Да неужели? Неужели точно совпало? Обалдеть, класс. Ой, как я люблю такие вещи. Когда все так совпадает, здорово. Да, здесь, конечно, будут не деревяшки, как могли подумать вы, а, конечно же, ребары. Поэтому это все заменяем на ребары. Настоящий фундамент. Именно вот так вот. Конечно, он строится не так вот. Не в такой, может, последовательности, но принцип такой же. Обязательно у фундамента должны быть конструктивно такие стяжки. Так, сейчас я выложу пока. О! Так, а здесь вот у нас яма. Яма. На самом деле, друзья, я не имею опять, как всегда, плана строительства. Я просто беру, ну так, примерно из головы придумываю и строю. Вот, но я думаю, что... Вся эта, все, весь этот дом, он будет из себя представлять что-то типа одновременной крепости и дома, и с внутренним двориком. Будет красота. Я уже придумал примерно, как это будет выглядеть. Опять не хватило, да?
Так, ладно. Ну тогда пока займемся дальше ребарами. Кстати, не факт, что мне их хватит. И проблема в том, что мне надо будет еще, наверное, приличное количество металлов для того, чтобы этот проект осуществить. И давайте начнем с того, что сразу их забетонируем. Сохнуть они будут долго. Конечно, еще будут поперечные. Поперечные, я не уверен, что я, конечно, попаду в эту симметрию такую. Но будем надеяться, что мне удастся это сделать. Мы их, кстати, можем сразу замерить. Но ладно, давайте сначала выложу вот это. Мне... Так, хватило, но, опять же, остается здесь. Вот мне интересно, если печь... Получится мне печку... Так, то есть я вот так печку поставлю здесь. Выдержит она, если я из-под нее вырублю... Что у меня там... Так, вот это я только заберу. Вдруг что не получится. Конечно, глина жалко, которая там может остаться внутри. Но что делать? То, яйцо. Яйцо. А, яйцо сюда. Да и две яишенки уже, как минимум, у меня могут быть. Так. Давайте сюда пока. Сюда. Так, температура у нас... Температура, да, что-то растет. Пора, наверное, что-то принадеть. Да. Ну, я думаю... Давай. Есть, фух. Хорошо, что в этой игре есть такая фигня, которая позволяет нам вот таким образом читерить. А! Да вы издеваетесь! Обалдеть. Трава убила один рибар. Так, ну ладно. О, еще, кстати, один тут промежуточек. С этим покончили. Наверное, задом лучше. Да, ребарами, конечно, тут этими не обойдусь. Мне явно потребуется куда больше. Проблема в том, что я пока... Могу ходить только по этим. Перепрыгивать мне придется каждый раз. Но что делать? Что делать? Такова жизнь. Доделал что-то. Да. Но периодически приходится, конечно, ходить вот такие вещи. Так, отлично.
Да, это будет то, что эта конструкция будет держать на всякий случай, если вдруг там земля осыпется или чего-то, она должна, по идее, выдержать, опираться на края и выдерживать все на свете. Здесь, по идее, также будет. Так, давайте посмотрим. Так, раз, два, три, вот так, раз. Раз. Потому что здесь много чего будет у меня. И огород. Круглый год. Так. Но здесь немножко вот не хватает. Поэтому мы давайте сделаем вот так. Раз. Здесь так. А здесь вот так. А, да тут можно вот так сделать. Так, что-то у нас тормоза какие-то. Может, не заспаунился ли кто-то там у нас нехорошенький? То есть, видите, первую часть уже можно, в принципе, даже уже заселять. Первую ячейку. Да ладно. Теряю все время вот из-за ерунды какой-то. Что-то вот подтормаживает, не пойму, в чем дело. Дергается как-то, как будто бы тут какая-то история происходит с этим. Не, бетон-то навалом. Вот, оказывается, проблема с тем, чтобы все ребарами выставить. Да. Ну ладно. Так, а где тут? О! Прям в это упирается. Ну ладно, придется, наверное, все тут снимать, конечно же. Да. Ну как-то вот так вот. Здесь вот, я думаю, заполнить все это можно землей, кстати, между прочим. То есть, если вот я, допустим, землей все буду заполнять, каждую ячейку, то я еще чуть-чуть поднимусь выше. О, я даже отсюда слышу, как он объявляет. Прикольно, открылся он. Да, здесь, наверное, я сделаю на основе этого. Здесь будет, конечно, этот козырек, который позволит мне от них защищаться. Так, ну надо, в общем, делать тут нечего больше. Потому что такое количество ребаров уже для меня не актуально. Пускай это тогда застывает дальше. Что по плану? По плану, по идее, мне, конечно, нужно пойти заготовить приличное количество металла, потому что. А, давайте сходим за кладом, потому что я что-то все хотел вас проводить за этим кладом, да все никак не могу сходить туда. О, пока все равно вниз идем. А, опять здесь кто-то появился, по-моему. Пока пойдем вниз, я думаю, что мы с вами вот что сделаем. Мы этот. Так, винтовку эту выложу, она бесполезна, что-то мне кажется. Я опущу вниз. Спуск сделаю. До низа. Так, а мне еще эти, наверное, понадобятся фреймы, да. Так. Вот так вот, наверное. Да, пускай будет. Только стейрсов мне, конечно, побольше надо будет заготовить. Наверное, я сделаю рейлинг. Да мне там прилично, наверное, понадобится штук 30, наверное. Как минимум. Еще в запасе оставить. Что, испытать? Спрыгнуть вниз? Ой, вот тут, кстати, мне не нравится, друзья. Здесь бы я бы на самом деле тоже вырубил. Опасно. Хотя должно держать. Так, в чем дело-то? Вот в чем дело. Может, это из-за того, что такое количество бетона тут высыхает, поэтому какие-то проблемы возникают. Кстати, давайте-ка вот что-то поставим.
ну так тоже, чтобы для профилактики уж нечего тут лазить. Так, кто-то есть. Одиночка. Никого больше? Да вроде никого. Кстати, ладно. Давайте доделаем это все-таки план, который я задумал. Так, я вот думаю вот так как-то поступить. Смотрите, если я... Это будет просто как бы такой заход. Ну, очередной. Так, здесь я поставлю, например, вот так вот как-нибудь. Просто пытаюсь сделать покрасивше. А, здесь нам понадобится корнер. Да. Так, вот я смотрю, ага. О, вот так. Да, отлично. Ну да, такой спуск. Правда, мне кажется, что они тоже могут этим пользоваться успешно. Кстати, можно даже подкапывать, наверное, да? Часть земли-то этой. Во. Да, здесь сейчас будет приличный такой обрыв. Ага, вот это тоже надо убрать. Ну, я и задумал. Никого нет, вроде никого. Да, стой ты. О, как же неудобно эту штуку строить. Каждый раз мучаюсь. Так, ладно, по-моему, тут надо подставочку соорудить. Да, вот так поставил и, наверное... О, да-да-да. Ну, есть. Так, вот такую подставку. О-оу, да, тут, наверное, будет приличный обрывчик-то. Да, вот сюда. А, да, в принципе, все. Только надо рассчитать, где будет проходить этот... О, встану вот сюда и не упаду. Да, вот так вот. Ага, еще выше. Встань ты и стой просто. Да, конечно, меня раздражает такие конструкции, вот, которые вот так в воздухе висят. Поэтому сейчас что-нибудь придумаем с этим. Так, укреплю-ка я вот этим. А тут я, наверное, выкопаю. Да, вот этот кусок. О, это хоть покрасивее будет. Да, основа. Нормальная конструкция такая. Так, и здесь уже остается нам только спустить сам
Хотя, я думаю, что здесь может быть еще тоже понадобится. Опоры. Да, скорее всего. Ладно, будем сюда выводить. Угу. Ага, тут не очень. Не очень-то. Класс. Так, ну, в общем-то, вот так вот. Отлично. Мне кажется, классно. Еще здесь можно... О, ничего себе. А, вот так. И прям сразу к себе. Да, там, наверное, будет надо на входе, конечно, тоже сделать кое-что. Кстати, а вот этот-то как она ставится? Вот сюда, получается. Ага. Ладно, пускай так. Только здесь опасно спускаться. А подниматься классно, а вот спускаться будет опасно, потому что у нас могут быть здесь такие всякие неприятности. Так, ладно, это я все убираю, лопату беру, пошел я за кладом, а то я так никогда до него не доберусь. И заодно посмотрим, что у нас торговцы там нового. Может, обновилось что-то, хотя что-то сильно-то особо не обновляет. Сколько дерева можно еще подрубать? А еще я, наверное, возьму ключик и буду собирать всякую ерунду в виде... Так. Так, металл-то мне нужен. Да и не только металл. Мне нужно все. Это я просто зачищаю тут для того, чтобы заодно дерево получить и простор для обзора создать себе зеленый уголь еще. Вот, и это называется сходил за кладом. Так, я пока временный тогда поставлю здесь сундук. Сундук поставлю, чтобы просто свалить все. Так, чест. Не, сейчас мы точно добудем этот клад. По-любому. Так, есть у меня этот... Это так заметнее будет. Земля, яйцо... Обзор лучше, это достаточно важно. Смотрите, сколько камушков валяется, обалдеть. Сразу тут убрал эти деревья, сразу видно, где какие эти валяются припасы. Действительно, хоть бери этот, ключом их разбирай. Вон там зомбарь, кстати. Так, ну ладно, пускай разберем ключом. Зомбаря надо прибить, я думаю. Так, еще один. Ах ты зараза! И вот где он, где его потом искать, вот обычно после этого. Так, ладно. Да. Это называется я подрался с зомби. Так, и таблеточку.
А, я еще заразился, понятно. Ну, как всегда. Ладно. Пойду за тем, зачем пошел. Мне надо, конечно, антибиотиков травяных наладить производство, потому что что-то они как-то постоянно меня стали ввергать в это заражение. Вроде как бы уровень защиты растет, по идее, от моих доспехов. А они постоянно меня только это заражают и заражают. Да, металл надо. Так. Зомбятина опять. То ли дубина плохая, что ли, стала, не пойму. Ой. Так, ладно. Что-то как-то... Какие-то здесь тормоза, друзья. Я не понимаю, в чем дело. Игра почему-то начала немножко тормозить. С чем связано, не понимаю. Наверное, игра тормозит из-за того, что я нахватался заразы. И теперь... Типа этим... Демонстрируется, что я... как бы медленнее действовать стал. А, может быть, здесь новый спаун произошел. Зомбиков. Так. А, смотрите, что-то с водой стало. Вода заглючила. Да неужели? Наконец-то без серьезных потерь для себя что-то сумел сделать. Расту. Так, расту. Так, опять зомби впереди. Да, видно, тут рест произошел зомбей всех. И... Одной, пожалуйста. Или по одному. Да. Картофель пригодится. Так, я боюсь, что только вот в чем проблема. У меня может... не хватить места для всего лута, который я там добуду. Так, стальные стрелы. Стальные стрелы — это хорошо, конечно. Такс. Угу. Но это я, допустим, одену. Все, закладом. Идем закладом. Главное, клад рядом с этим домом. Вот в чем беда. Они около этого дома любят спауниться. Даже вот тут где-то. Давай на склоне. Или под домом.
Так, вот тут где-то, наверное, даже. Я думаю. Не хочу по карте там вылавливать ничего. Нафиг надо. Сейчас здесь выкупаю. Так, странно. В принципе, здесь тоже может быть. Потому что... смотрю... А, вот он. Нет. Ну и где? Ладно, сейчас. Сейчас будет. Цена падает. Улет. Нету. Так, а тут нет его, и тут его и быть не может, похоже. Так, смотрите-ка, где-то вот тут должен быть. Судя по всему. Не, мог бы по карте, конечно, посмотреть, как это... где там в центре встать, ну, как обычно, классика. Но, честно говоря, это не очень интересно. Странно, а тут-то где? Ладно, земля мне пригодится. Удивительно. Так, здесь уже тупик, здесь нет смысла копать. Значит, где-то вот тут. Поразительно, честно говоря. Поразительно, потому что должно где-то здесь ведь. Может, еще глубже просто. Вот край. Вот тут где-то... Подождите, где центр? Так, тут не центр. Так, вот я прохожу. Возможно, он здесь, что ли? Нет. И вот тут где-то центр. Значит, где-то вот тут должен быть. А, вот он. Слушайте, на приличной глубина-то оказалась. Так, отлично. Только мне из него... Так, камни я выкину, ладно. Так. Кусок глины. Так, деньги возьмем. Что бы еще выкинуть? Ладно, один этот. Выкину металл. Незначительное количество. А, ну у меня остается еще этот схема. Схема я сразу почитаю. Айрон возьмем. Pump of clay. Так. И, в принципе, можно выпить воды. Да, потому что мне снова пить надо. Ну и забрать эту... Так, а что у нас? Small Stone. Ну, Small Stone обойдется. Так, отлично. Small Stone. Подождите, подождите. А, вот что еще можно. Нет, нельзя. Ладно, выкину картошку. Просто я хотел еще, наверное, нарубать. Ух ты, непроверенный.
Ну да, в общем-то, все в порядке. В общем, добыли мы этот клад. Ничего он из себя особого такого не представлял. Конечно, патронов все-таки, ну, неплохое количество мы поимели. Что ж, давайте тогда, наверное, на этом мы и закончим эту серию, потому что она была... Ух ты, ё-моё! Друзья, фиг тут я закончу еще. Так, друзья, у меня не получается здесь закончить. Но я надеюсь, что я сейчас добегу все-таки до торговца и там спрячусь от них. А в следующей серии мы уже разберемся с этой аравой, шушерой всякой, которая тут пришла. Вовремя я успел удрать. Так, немножко осталось до торговца. Кстати, по-моему, в этом доме, кстати, есть вероятность, что вода присутствует, но я не уверен. По-моему, от них оторвался, честно говоря. А нет, бежит какая-то дрянь. Одна бежит. Ну, в общем-то, в любом случае, сейчас добегу до укрытия торговца и там уже закончить, потому что не, ну я мог бы ее добить, но я лучше сделаю это в спокойной обстановке, а не в конце серии, согласитесь. Так, отсюда, кстати, даже неплохо выглядит это все. Не, тебе меня не догнать. Тут здесь еще тоже камни есть, оказывается. Ну что ж, давайте сейчас ее добьем, она наверняка бежит ко мне сюда. Угу. О, ну правильно, только она почему-то побежала не меня мочить. Так, что там у тебя? Это витамины, да, всё лишь навсего, и это не антибиотики. Ну что ж, друзья, спасибо вам большое за внимание. Это было 7 Days to Die на Slums & Insane. С вами был Григорий. До новых встреч. Пока.